Вот уж вечер. Роса блестит на крапиве. Я стою у дороги, прислонившись к иве. От луны свет большой, прямо на нашу крышу. Где-то песнь соловья, вдалеке я слышу. Хорошо и тепло, как зимой у печки. И березы стоят, как большие свечки. И вдали за рекой, видно за опушкой, сонный сторож стучит мертвой колотушкой. Жена поэта Софья Андреевна Толстая Есенина, принимавшая участие в подготовке первого тома собрания сочинений, вспоминает. По словам Есенина, это его первые стихи. Считая их слабыми, он не хотел включать их в собрание. Согласился напечатать стихи только благодаря просьбе своих близких. Свое последнее стихотворение, написанное кровью, поэт отдаст Вольфу Эрлиху 27 декабря 1925 года, незадолго до своей смерти. Передавая стих, Есенин быстро сунул его Эрлиху в карман пиджака, а когда тот хотел вытянуть и прочитать, не дал ему, сказав: «Не читай, успеешь». «До свидания, друг мой, до свидания. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди. До свидания, друг мой, без руки, без слова, не грусти и не печаль бровей. В этой жизни умереть не ново, но и жить, конечно, не новей». В ночь с 27 на 28 декабря 1925 года поэт погиб. Ему было всего 30 лет.